Этих красавиц привычнее видеть на льду в полной хоккейной амуниции. Но сейчас сезон позади, и пора примерить вечернее платье и высокие каблуки. В женской команде «Скиф» подвели итоги. Общая оценка – 4 с жирным плюсом. До «Отлично» не дотянули из-за серебряных медалей чемпионата России. В этом году нижегородок обошли традиционные соперницы из подмосковного «Торнадо». Зато наши хоккеистки просто шикарно выступили на международной арене. «Скиф» завоевал Кубок европейских чемпионов. Причем в этом турнире команда под руководством главного тренера Олега Наместникова прошла без единого поражения. В спорте всегда есть время переживаниям, расстройствам и время радости. Сегодня Кубок европейских чемпионов, конечно, более значимый для нас, так скажем, кубок, чем, ну, например, соревнования. Хотя я некорректно отношусь к этому, да, вот несколько некрасиво, наверное, говорю. Но любое чемпионство есть чемпионство. Но этот кубок был в последний раз, и я верю, что чемпионство мы вернем и будем лучшими в нашей стране. Конкуренция в женском чемпионате России растет с каждым годом. Если раньше лидерами можно было назвать только две команды, то уже в этом сезоне серьезную заявку сделала та же «Агидель» из Уфы. Да и другие клубы вовсю наступают на пятки. К сожалению, несколько ведущих игроков «Скифа» переходят на тренерскую работу. Это Ольга Семенец и Лариса Теплыгина. С этим вопросом пока не определилась и Александра Капустина. Но в будущее в штабе нашего клуба смотрят с оптимизмом. У нас, как говорится, очень длинная лавочка перспективных игроков. Например, вторая команда «Скиф» уже стала основным поставщиком свежих сил. Очень хорошие девчонки, и в этом году мы подпускали уже к основной команде Лихачева, Фаляхова, Надеждина. То есть девчонки, они уже основную роль делают в команде. Я не сбрасываю счетов наших лидеров, это Сосина, Печникова, да, они свою работу выполняют, но и эти девчонки добавляют. И на примете есть еще человек 7, наверное, очень хороших, перспективных девчонок. По итогам прошедшего сезона лучшим игроком «Скифа» признали Ольгу Сосину. Еще одну индивидуальную награду за преданность клубу вручили Надежде Ширяевой. Она выступает в цветах нижегородской команды уже 10 сезонов. Григорий Ожигин и Максим Веселов. Объективно. Спорт. ННТВ.